Привет, мои дорогие друзья! Вы на канале «Готовим вместе с Татьяной». Сегодня я вам покажу распространенный рецепт оливье. В каждой семье этот салат готовят по-своему, а я хочу показать, как готовят его в нашей семье. Так этот салат готовит мама моего мужа. Один раз попробовала салат по ее рецепту, и он полюбился мне навсегда. Теперь готовлю именно так. Секрет в том, что кроме вареной колбасы, она добавляет в этот салат еще минимум 2 вида мяса. Поверьте, так этот салат получается намного вкуснее и сытнее. У меня уже все ингредиенты готовы. Это вареный картофель, вареная морковь, вареные яйца, консервированный горошек, маринованные огурцы. Из мяса у меня куриная грудка, говядина, ну и вареная колбаса докторская, а также репчатый лук по вкусу, соль, перец по вкусу, ну и, конечно, майонез. Все ингредиенты нарезаем кубиками. Размер кубиков примерно такой же, как размер горошин. Репчатый лук нарезаем очень мелко и совсем чуть-чуть, для вкуса. К луку добавляем соль и хорошо его разминаем, чтобы лук пустил свой сок. Затем к измельченному луку первым делом добавляем морковь и картофель. Ну и сразу добавляем и черный перец и хорошо их перемешиваем. Мы это делаем, потому что именно эти два ингредиента, картофель и морковь, практически безвкусны без соли. Ну а после уже добавляем все остальные ингредиенты, заправляем майонезом и хорошо перемешиваем наш салат. Вот и все, салат оливье готов. Попробуйте приготовить этот салат по нашему рецепту и точно не пожалеете. Приятного аппетита! А также можете поделиться в комментариях, как готовите этот салат вы. Всем пока, до скорых встреч!